Если вы столкнулись с проблемой лишнего веса, если вы пытались справляться с проблемой лишнего веса, сказать, что это не получилось, потому что вы не волевой человек, это просто будет несправедливо. Потому что с этой проблемой сталкиваются все, и у всех ровно одна и та же петрушка. И все ждут какую-то загадочную волю. Воли как таковой нету в психике. Есть обстоятельства, которые побуждают нас вести тем или иным образом. И, конечно, если вы хотите изменить какой-то формат своего поведения, то надо менять эти обстоятельства. Просто вот этими шагами-шагами, маленькими шагами, но выполняя их и никуда не забегая. Не торопитесь. Мы будем там, где нам надо, в свое время. Гарантирую.